Есть! Всем привет, ребята, с вами снова Мэфик. Я нахожусь на реке Арсеньевка, или его старое название Таупи-Хэ, то есть, что значит Тауби-река. Ну, не знаю, что это значит в переводе, не суть важно. Ну, в общем, это горная рыбалка, это будет очень интересно. Мужики будут упираться в хариуса, а я хочу половить линка. Ну, на таймень я вообще не надеюсь, так что посмотрим. Все, поехали. Рыболовное путешествие продолжается. Мы с вами находимся сейчас в Ванучинском районе. Река Арсеньевка. И мы едем вверха. Вверха на джипах, естественно. Вот. Рыбалка будет сегодня, скорее всего, огонь. Я очень на это надеюсь. Тём, какую рыбу будем ловить? Сегодня будем ловить, по крайней мере, пытаться будем ловить линка и хариуса. Линок и хариус, ребятушки. Хариус я уже ловил, а вот линка очень хочется. У меня с собой комплект ультралайтовый. Я надеюсь, что все будет хорошо. Так что смотрим. Ну, здравствуй, реченька. Здравствуй. Вот это кайф. Речка чистая, ребята, просто кайф. Просто кайф. Я очень боялся, что будет муть. Вот, но тем не менее, речка чистая. Хариус плещется. Я в предвкушении. Ты уже готовишь тинкару? Да. А у меня спиннинг, ребят, с собой. Но мы тинкару тебе тоже взяли. Да, кстати, комплект будет, но я не знаю. Я что-то хочу поспинговать. Я очень... Думаю, блесенки, может быть, ну, мух, может быть, возьму. Попробую немножко подгрузить, как бы, да, чтобы она не поверху плыла. Да, попробуем. Сергей приготовил тебе, если что, мухи свои. Фирменные. Серега Уссурийфиш, он там впереди едет в машине. Да. В общем, рыбалка будет огонь. Все, друзья, приехали. Уже сюда ходу нет. Ну, не решились мы пересекать брод, потому что неизвестно, что там впереди. В общем, сейчас одеваем вейдерсы и идем туда, к основной речке. Это такой, то ли проток образовалась, да, это самая вода пошла по дороге. Вода чистая, просто кайф, ребята, посмотрите, дно как на ладони. Побежали, тюльк! Вообще, на эту реку я ехал без особой надежды. Все дело, конечно, в нестабильной погоде. В это время в горах шло довольно много дождей, а это значит высокий уровень и мутная вода. Так, все меня ждут, да, я так понимаю? Я нормально, что не переживает, меня тоже. Все, готов? Партизан. Тан-тан, тарадан, тара-та-тан, та-тан. Тарантан. Тарадан. Тара-та-та-та-тан.
обязательно, это привычка, носить ремень. Что за ремень надеваешь? Да, обязательно, чтобы поплавок. Да, я делал на ножик, я взял там. Я знаю, что делать, надо сразу лямки кинуть. А? Ну, смотри, вот так вот бабах, да, под завал, если затянет. Вот она. Есть? Мелкий хрюзочек. Красавчик. Сочином. Ушел. Красавец. Это, по-моему, мальмочка была, слушай. Да? Да. Нет, это мелкий мальмочек. С почином. А, дернул. Дернул, да? Вот он. Вообще, спиннинг гнет. Маленький, но он будет отпущен. Удочка в дугу. Тут дядя Сережа первый хрюзочек, малышка. Хороший, вот это хороший. Относительно, конечно. Такое ощущение, что рыба отсюда ушла сейчас. То есть главное, что понять, где он сейчас находится. Ну да. Это есть, ее очень много. Просто здесь она может не стоять, действительно. Ну, сейчас должна была поклевка быть по-любому. Сейчас я джиг поставлю, фларовый. Да, отлично работает. Офигеть. Какая поклевка была сейчас. Жесткая. Прям бум-бум-бум.
просто говорю, значит, у нас нет на рыбу. Понимаешь? Когда здесь, то есть обычное состояние реки, здесь вот такая вот глубина, вот. Угу. То есть и поток не такой сильный. И мы здесь ловим всегда. Почему сейчас? Мое предположение. Сильный поток. Разбрелась рыба. Нет, поток для рыбы не сильный абсолютно. Вот. Другое дело, что получается почему-то такой прям огромный перекат. То есть нету такого как бы стойбища. То есть ну да, может быть. Она не может куда-то там спрятаться. То есть либо она ушла прям реально под берег. Да. Везде как бы, да? Ты ее оттуда не вытащишь ничем. Поклевка была у меня. Ну это какая-то хрень. Что такое? Где поклевочки? Вот он плещется, зараза. Вот сейчас вот должен был прям удар быть. Прям под берег положил. Ух ты, поклевка была! Так. Ну, это уже хорошо. Тут только начался, вот только-только. Че появился? Ну, в смысле, харю начал кормиться сверху. Вообще, вот эти грибы пришло сюда, вообще не было ни на поклевке. А? И не было выходов вообще ни на. Я просто боюсь представить, сколько под этим стволом рыбы. Немерено. Надо как-то ее вынуть. Маленький лагерь в разгаре, ребята. Обеденный перерыв. Сальца, рыбка, костерчик. Ну, в общем, все как все любят. Сейчас быстро покушаем и опять будем полоскать приманки. Я надеюсь на линка. О, ребятушки, хариузочек. Небольшого размера. Но, тем не менее, нам на жареху сейчас самое то. Кайф. Ну, мы, как обычно, ребят, забыли муки, так что будем жарить просто на масле. Но мы пожарим и без муки. Без муки. Так, куда? Сюда. Все, ребят, мы перекусываем, всем приятного аппетита. У вас слюнки текут стопудово, потому что это хариус жареный, это просто какая-то волшебная рыба. Офигенная. Очень вкусно. Ах ты, поклевка была.
Видел, сколько личинок стрекозы сидит? Они работают. Не, ну поклевки были у меня, как бы, но что-то слабовато совсем. Вот он, ах ты, поклевка была. Вон, выход. Ну все, я хоть теперь увидел, что рыбу следует. Да. А то что-то совсем как-то тухло. Да. Ну, следует, то есть выходы прям, ну, да, постоянно, но мелкие. Ах ты, ну вот все, хотя бы поклевки начались, а то что-то совсем пусто. Стал тыкать. Ух ты, блин, поклевка. Ну это мелочь перебит. Меняем место, ребята. Ходим тут по дебрям. После весеннего паводка, после весеннего наводнения. Тут, в общем, все тропки поменялись, как обычно. В общем, ходим, бродим. Мужики на Хариуса, а я, в общем, пытаюсь линка поймать. Ставлю специально чуть больше приманки. Не знаю, получится у меня это, не получится. Вот. О! То, что надо, да? Все, вышли к реке. Вот она, речка. Реченька. О, как крутит там. Поклевка такая сейчас была. Ёшкин матрешкин. Такая поклевка. Прям вот так положил и повел тихонечко. И вот здесь вот бам. Все, я иду. Это он мне. Есть! Линок! Есть? Да, линок! Ушел! Таймень? О, ребята, упустил ты мишонка. Василий сказал, что это ты мишонок. Я думал, линок, а это был ты мишонок. Ну, блин, что делать?
Был шанс, упустил. Целый день сегодня упирался в блесны. Ребята наловили хариуса просто немерено. Но я не хотел как бы ставить ни мушки, ничего. То есть, в принципе, не особо это интересно. Мне было интересно там поймать либо линка, либо, соответственно, таймишонка. На таймишонка я вообще не надеялся на таймене, да. Но вроде бы как бы линок еще мог не спуститься, да, то есть после нереста. Ну, это рыбалка, ребята. Так что, ладно, все. Увидимся в следующем видео, в следующем выпуске. Всем пока!